А дальше нас ждет, друзья, битва двух трэш-токеров. Я после каждого своего соперника на каждом фердауне буду избивать как пса. Везде я буду доминировать, я уверен в этом, 100%. Но скажу, что Георг очень хорошо держит удар, очень. На каждом фердауне буду избивать как пса. Везде я буду доминировать, я уверен в этом, 100%. Но скажу, что Георг очень хорошо держит удар, очень. Ну, я смотрю его бои сейчас и сопоставил со своим уровнем. Я считаю, что это просто для меня прогрузка медийная. Ну, уверен, что он ляжет в первом же раунде сразу. Это вообще не мой уровень оппонента. С тобой будет то же самое. Что ты несешь? Я вообще выходить из баскетбола. Я 3.5 года занимаюсь ММА. Мои цели на данный момент – это стать самым известным бойцом вообще. Не просто в поп-ММА индустрии, а просто разорвать YouTube-индустрию, там, проф-индустрию. Мне 22 года, у меня все впереди. До 25 лет я собираюсь стать номером один среди бойцов всех. Второй раунд, технический нокаут и все. Салам алейкум. Знаете, я вот смотрел его бои. При всем уважении к его соперникам, Фарид Ядулаев, ноль. До этого с ним вышел костюм из Дубая, он тоже, ну, я считаю, что я его спокойно нокаутирую, а тот его просто избил как ребенка. Сейчас речь про кулачку или про ММА? Вообще у нас бой должен быть по кулачке, мы делали face-to-face и так далее, и я ждал, он сливался, он говорил, я не могу пока, что-то писал мне. Сам откуда даже... будешь? Местный или двухместный? Ну давайте на стардаун тогда. Без прикасаний, а то воткну. Тихо. Не-не, давайте без этого. Пацаны, тут бетонный пол. Ну, да есть же место для рубрики, добава, но... Да не надо. Пацаны, успокойтесь, бетонный пол. И первым в октагон приглашается 22-летний боец из республики Северная Осетия Алания. До 18 лет он занимался баскетболом и пообещал сегодня сыграть в него головой своего заклятого соперника. Я пришел из баскетбола в 19 лет в ММА, 3 года в этой индустрии, уже дерусь в мейн-ивентах и так далее, в главных боях вечера. И скоро я просто уничтожу эту индустрию. И это я дерусь проф-бойцами на их же уровне. Я слышал, как твой тренер тебе сейчас говорил, опять твоя постоянно летающая челюсть из стороны в сторону. Не первый раз? Да, бывали случаи. Готовься просто к избиению, чувак. Ты видишь эти кувалды, ты видишь эти просто бомбовые руки, которые тебя просто отправят спать, чувак. Ты просто очередная награда, которую я заберу и отправлюсь домой дальше. Там Зелимхан, там, не знаю, Кирилл Тольятти. Посмотрим в будущем, может, и Лендруша нокаутируем. А противостоять ему будет мастер спорта по панкратиону, боевому самбо и непредсказуемости. Один из самых главных производителей крылатых фраз в российском ММА, который хорош не только на словах, но и в бою. И, к слову, не только в ММА, но, как он показал нам всем наглядно, и в кулачке. Он любит три вещи: вырубать, моросить и надирать задницы своих соперников. Я Магомед Зайналов, ни хрена себе. Я самая главная звезда хардкора. Я не выхожу туда как на бой, я выхожу туда как на драку. Я с ним подерусь как мужчина в стойке, в борьбе, неважно где будет проходить этот бой. Я буду делать свое, то есть размазывать. Все увидят результат. Я боец чемпионского уровня, чемпионского калибра, чемпионской закалки, чемпионского мужчинского пацана, нашего варца, красавчика. We'll be right back.
приветствую нового комментатора, Дим. Алексей. Шалом. Что же нас дальше, интересно, уготовили по комментаторским позициям? Ну ладно, погнали. У нас баскетболист против Венома. И баскетболист очень хочет поквитаться за результат первого поединка. Очень интересно, очень фактурно сейчас выглядит Георг. Мага не уступает ему. Пытается справа забросить мага. С вертушки, неплохо. Активно ногами бьют. Ну, очевидно, здесь мага тоже хочет сыграть, может быть, на функционале своего оппонента, просадить ему корпус, ну и потом наверняка переводить в голову. Тут главное не задышать самому. Очень сильно силы забирают удары ногами. Оу, зашел-то бэкфист там. Вообще, конечно, мага, наверное, обладатель одного из лучших нокаутов в этом году в HFC. Только сказал про нокауты от Венома, и еще один он оформляет, просто нереальный. Эй, а как повтор здесь включить? А потом на Ютубе посмотришь, там, знаешь, ссылка, в общем, и HFC MMA, заходишь и смотришь. Безумие просто, что вытворил Веном. Ёлки-палки. Теряешь сознание, нормально? Ну и, во-первых, здоровье Георгу, чтобы восстановился без последствий и смог вернуться дальше выступлением, но Веном сейчас просто сотворил еще одно безумие на хайлайтов на все времена. Что самое страшное, что даже Георг не видел этого удара. Да. Он просто даже не видел его. Знаешь, здесь, наверное, стоит тоже отметить, что на этот раз результат однозначный. Абсолютно здесь споров, конечно, быть никаких не может. И то, что вытворил мага, это... Это войдет во все нарезки. Да. Безусловно, во все нарезки YouTube. Сороковая секунда первого раунда. Победу нокаутом одерживает боец из красного угла Магомед Веном Зайналов.